Всех приветствую. В данном видео хочу сделать краткий обзор многофункционального инструмента от компании Dremel. Dremel Multimax MM40. Приходит в такой вот коробочке. Здесь вот изображен сам инструмент, насадки. Комплектуется приспособлением для приставка для удаления пыли, подключения пылесоса, насадки. Здесь две пильных насадки и липучки. Данный прибор имеет систему Quick Lock, быстрый замок для удобной замены насадок. Коробку в сторону. Что же видим внутри? Приходит вот в таком вот кейсе, вот подписан Dremel Multimax, имеет защелочки. Открываем, что же видим мы внутри. Диск, на нем различные примеры работ. Также продукция компании Dremel. Диск в сторону. Инструкция присутствует в русском и украинском языке. Инструкция советую читать. Прибор новый, кто не пользовался. Также идет вкладыш под уже аккумуляторный Multimax, как я вижу. И как крепить насадку для удаления пыли. Сам вот прибор. Имеет обороты от 10 до 21 тысячи оборотов. Вот здесь регулируем обороты. Значение 2 до 10. Кнопка включения и выключения. Так удобно лежит в руке. Ну и сама система, вот Quick Lock. Работает очень просто. Вот подвигаем рычаг. У нас здесь отходит пяточка. И вот можем поставить, к примеру, вот пильная насадка. По дереву металла, как видите, есть дюймовая и сантиметровая шкалы, то есть можем регулировать глубину пропила. Вставляем, закрепляем под нужным нам углом, и вот защелкнули, готов к работе. Довольно быстро, как видите, много времени не заняло. Снимать так же самое, отодвинули, сняли и можем ставить другую насадку. На место. Далее в комплекте идет, как уже показывал, пильную насадку по дереву металла, у нее так мелкий зуб, и по дереву более с крупным зубом тоже имеет шкалы. Ставим их на место. Вот идет насадка для подключения пылесоса, здесь есть маленький шестигранник для более точного крепления. Вот здесь, не знаю, видно или нет, здесь винтик, его ослабляем, одеваем нашу насадку и приступаем к работе. Также в комплекте идет вот такой вот шестигранник, более мощный. Как понимаю, в данной бормашинке, не бормашинке, в данном инструменте он не нужен. Вот такая вот насадка для крепления липучек. И, собственно, сами наши липучки. Здесь три насадки, три липучки для удаления лакокрасочных покрытий различной зернистости. А также в комплекте вот три шкурки тоже различной зернистости. Уже опробовал данный прибор, разрезал тоненькую фанерку. Вначале включу маленькие обороты, не особо резал, а вот на больших режет на ура. Имеет так шумность вроде как обычной бурмашинки, не особо шумит, пилит довольно быстро и удобно лежит в руке. Думаю, далее буду снимать с ним небольшие мастер-классы. Еще раз спасибо за просмотр видео, всем спасибо, пока, до новых встреч.